был 70-й год, мне было 6 лет. Первая учительница была Прасковья Ананьевна, а школа была 21-я школа города Уфы. Средняя полная школа. Да, это после 3-го класса было 1 сентября. Я знал, что пойду. Меня переводили в спецкласс, в плавательный класс. Но, правда, это всего 2 года продолжалось. Вот это я запомнил, что качественно другое обучение было. Больше спорта, больше физических нагрузок и жестче учебный день. Химия и французский язык. Да, директор школы, мне повезло, что я обожал химию, у меня мама химик, и директор школы химик была Степанина Михайловна, поэтому мне были поблажки, сходило многое с рук. Я выиграл олимпиады городские, республиканские 3 раза, поэтому на другие предметы у меня так было право немножко меньше внимания уделять. А французский язык я очень серьезный. Увлекался, интересовался, тоже участвовал в олимпиадах. Мне очень сложно было с физикой. Я никак не мог понять, как синусоидальный ток идет по прямым проводам. Это так и сейчас для меня загадка осталась. Я давал списывать, да, кстати, легко. Я же отличник был, ничего в этом не видел. Если честно сказать, плохого, да, ничего запрещенного давал, сам я не списывал. На 2-й я долго сидел, а на старших классах уже это была 4-я в ряду. Всегда в левом ряду у окна. Когда уйдем со школьного двора. А что, кто-нибудь говорит другую песню? Даже не знание, а умение, наверное. Умение сдавать экзамен. Вот это действительно, это я понял где-то после 8-9 класса, что нас учат, мы сами учимся сдавать предмет. Набирать знания, впитывать, хватать, потому что на самом деле школа – это последний период в жизни у человека, где он получает знания, действительно пригодные для жизни. Вуз – это уже специальность, а вот жизнь – это школа.